Цветы на могиле Витальда. Орлик из Гиверны. Интересно, кто сюда это принес? Значит, Шани все-таки скучает по Витальду? Что-нибудь от боли в животе. Привет. Так. Великолепно. Thank you.
Будь здоров. Славный Геральт из Ривии, я полагаю. Да. Предание. Себя чувствую и выгляжу лучше, правда? Лучше. Да, Геральт? Наконец-то у нас есть время поговорить. Расскажи мне, что с тобой было с тех пор, как ты уехала из Вазимы? После того, как наши пути разошлись, пока был мир, я вернулась в Оксенфурт. Написала докторскую, а потом успела побывать, наверное, во всех полевых госпиталях к северу от Яруги. Ты не теряла времени. Я не ведьмачка и не буду жить 150 лет. У меня гораздо меньше времени, чем у тебя. Так что я стараюсь разумно его использовать. Ты всегда знала, чего хочешь. Конечно. В этом вопросе у меня ничего не изменилось. Должен признать, замечательная у тебя была идея с этой свадьбой. Я редко отдыхаю, и такое веселье иногда идет мне на пользу. Я медичка. И если что-то советую, то знаю, что говорю. Надеюсь, Витальд тебя не очень утомил? Он был своеобразный, это правда. Но мне он понравился. При жизни он наверняка был неплохим кавалером. Ты сказала, что должна о чем-то подумать. Подумала? Да, я подумала. Что это было очень мило, но... Но лучше, чтобы между нами все было как раньше. Ты все время в дороге. Меня наверняка скоро куда-то перебросят. Кроме того, один раз мы уже пробовали. И сам знаешь, как получилось. Ты права. Но вина-то мы иногда сможем вместе выпить. Конечно. Когда только захочешь. Я все хотел спросить тебя. Спроси сейчас. Ты когда-нибудь играла в Гвинт? Геральт, Геральт. Ну, конечно, играла. Что еще делать по вечерам, когда вокруг тебя одни солдаты? Давай, раскладывай. Thank you.
Хорош. Настолько хорош, что можно подумать, ты тратишь больше времени на игры, чем на серьезные вещи. Да ладно, просто повезло. Ну-ну. Вот тебе, осмелюсь так выразиться, карта от старого друга. Чтобы ты больше не полагался на удачу. До свидания. Что-то не верится, что Нэнки чарами промышляла. Такая милая старуха.
может, хоть теперь эти садисты вывеску снимут. Два больших пива, да поживей. А? Как-то покультурнее нельзя? И тогда смотрю, а он раз и залпом выхлебал половину бочки. Геральт, сюда! А, беловолосый, уж ты-то должен знать толк в выпивке. Спасибо, в другой раз. Да не боись ты! Чу, пойдем, угощаю! Выебываешься? Разумеется. А ты бы не выпендривался? Обожаю играть со временем. И добавлять его в пряники. Я вижу, ты слушал. Действительно, я неравнодушен ко времени. Когда у тебя есть над ним власть, ты можешь делать много интересных вещей. Например, подбрасывать всякую гадость в суп людям, которые тебе не нравятся. Ты правда можешь управлять временем? Или это какой-то фокус? А какая разница? Большая. Скажем так, время всегда меня очаровывало, поэтому я научился им пользоваться. А почему именно время? Геральт, есть три измерения: длина, ширина и высота. И четвертое — время. Ты на моем месте полюбил бы широту? Ну вот видишь. Кто ты на самом деле? Гюнтер Удим, прозванный... Я не об этом спрашиваю. Видимо, ты желаешь знать, чем я занимаюсь. Я даю людям то, что они просят. Можно сказать, что я исполняю желания. И втравливаешь людей в неприятности. Это не я, а всего лишь их собственные желания во всей красе. Я честен. Я даю людям только то, чего они хотят. Если они желают вещей недостойных, так лишь потому, что такова их гнилая натура. Ты не человек, это ясно. Так кто ты такой? Демон, джин? Ты в самом деле хочешь знать? Да. Нет, Геральт, не хочешь. Лишь один раз я прощу тебя и не выполню твоего желания. Те, кто узнал мое истинное имя, либо уже мертвы, либо судьба их была гораздо хуже. А ты мне еще нужен. Чем обязан твоему присутствию? Я хотел тебя поблагодарить. Ты замечательно справился с заданиями Ольгерда. Твой долг почти выплачен. Я должен был выполнить три его желания и сделал это. Сними с меня этот знак. Мы в расчете. Почти. Чтобы выполнить все условия договора, осталось сделать одну вещь. Привести Ольгерда к старому святилищу Лильвании. Об этом речи не было. Разумеется, было. Ты ведь знаешь, что в любом договоре есть своя уловка. Приписка мелким шрифтом, которая, однако, является полноценной частью контракта. Это также касается устных договоренностей. Вспомни, я сказал, цитирую: «И все же я верю, что все кончится хорошо, а после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе». Конец цитаты. Ну, помню. Выполни свою часть уговора, и я сниму с тебя знак. А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником.
за черт? Почему у меня муха в супе? Я тебя ждал, но не заметил, как ты вошел. И откуда ты взялся? Старый ведьмачий трюк. Я могу подчинить себе пространство и время, если сосредоточусь. Это ты мне бросил муху в суп? Нет. Послушай внимательно. Скажи своему атаману, чтобы он пришел в святилище Лильвани. Это на юг отсюда. Вход в пещерах. Что там творится? Святилище Лильвани. Ты понял? Понял. Погоди. Была тут медичка. Твоя знакомая. Просила, чтобы ты к ней заглянул. Спасибо. Люди, вы видели? Мне для храбрости нужны три вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить и хорошо повеселиться. Если сознание потерял, что ж он в крови весь? Нынешней молодежи в голове сплошной гогот. Не жарко в такой куртке-то. Хлеба нет пути, денег нет пути. Даже мы доберемся до Белого моста. На Большаке дезертиры и разбойники. В лесу лихо рыщет. Остается река. Идем. Попробуем втроем лодку нанять. Ой, ну уж нет. Я уже вниз по понтору сплавал. Хватит с меня. А что случилось? На барку мою жадница напала. Если бы на борту ведьмак не оказался, всех бы сожрала. Шани? О, Геральт, это ты. Что тут случилось? У тебя были грабители? Это? Нет, я просто переезжаю. Что? Куда? Когда? Не об этом я хотела поговорить с тобой, или не только об этом, ну да ладно. Я уезжаю, Геральт. На Восточный фронт. В Каэдвен. Ты не говорила, что собираешься переезжать? До сегодняшнего утра я и не собиралась. Ко мне пришли двое солдат. Сказали, что я снова нужна Редании. И ты не могла отказаться? Может, и могла бы, но не захотела. Мое призвание... лечить людей. Моя работа нигде не нужна так, как на фронте. А ты не могла бы остаться? Геральт, зачем? Тогда на свадьбе все было очень мило, но у тебя своя жизнь, а у меня своя. В дальнейшем это не имело бы смысла. Ты понимаешь, это не хуже меня. Ну, будь осторожна. Ты тоже, Геральт. Ты узнала что-нибудь об Ольгерде? Книги мне мало что дали. Я поняла, что если нужна правда о нем, нужно найти кого-то, кто ее знает. И ты нашла? Мне повезло. Мой товарищ по учебе, ассистент профессора Прометиция Шезлока, специалист по черной магии, уверяет, что встречал у него Ольгерда фон Эверика. Профессор так увлекся исследованиями, которые Ольгерд у него заказал, что, похоже, немного тронулся умом. Он не подпускает к своим записям никого, даже своего ассистента. Где найти этого профессора? Здесь, в городе. Он сидит под замком в своем доме за стенами университета. Его стерегут охотники за колдуньями.
Он под домашним арестом? Я не знаю точно. Часть коллег считает его предателем. Говорят, что он продался охотникам за кругленькую сумму. Но его ассистент клянется, что профессор верит, будто охотники его от чего-то охраняют. А ты как думаешь? Определенно он для них ценен. Он настоящий кладезь знаний об оккультизме и черной магии. Если он и правда спятил, то я бы не удивилась тому, что его используют. Мне надо поговорить с этим профессором. Я с тобой. Университет охраняют риданские стражники. Один ты не пройдешь. Стражники мне чаще всего не помеха. Если ты их ранишь, то мне придется их зашивать. А если встретим кого-то знакомого, нас просто пропустят. А как вообще сейчас работает университет? Ты имеешь в виду после того, как Родовит его закрыл? Я имею в виду, хорошо ли его охраняют. Часть академиков бежала на Дальний Север. Самые храбрые остались. Притворяются сапожниками и прачками. Зачем ты спрашиваешь? Просто мне интересно. Я вижу, что академики ведут себя почти как чародеи. Что-то не верится, что Ненки Чар... Восточный фронт. А что потом? Зависит от того, куда пошлют. Где бы ты ни была, будь осторожна. Я всегда осторожна. Не волнуйся. Кто его искал? Охотники у нее родимое пятно нашли в форме месяца. Ты слышала, чтобы она хоть кого-нибудь обидела? Стоять! По приказу короля вход на территорию университета закрыт. А для преподавателей? Без исключения. Я вижу, ты стал очень принципиальным, Норберт. Когда я тебя лечила, ты был со мной гораздо добрее. Кстати, как твоя нога? В порядке. Будто и не было никакой раны. Я рада. Ведь если б я тебя тогда не прооперировала, ты остался бы хромоножкой до конца жизни. Хм... Бруно. Ну? Может, мы ее все-таки пустим? Она же своя, ничего не украдет. Ну ладно. Ну пусть идет одна. Ведьмак слишком бросается в глаза, а я не хочу из-за него неприятностей. Сделаем так. Я пойду туда одна и помогу тебе войти во двор. Как? Не знаю. Я найду способ. Со стороны набережной всегда меньше стражников. Идет. Ладно, впустите меня.
Любопытно. Ты здесь? Здесь. Держи веревку. Откуда ты взяла веревку? А, долгая история. Пока нам везет. Дом профессора Шезлока в конце этой улицы. Там охотники за колдуньями. Их убедить мне уже не удастся. Ты уже очень помогла мне. Спасибо, Шани. Не за что. На моем месте ты бы сделал то же самое. Если захочешь увидеться со мной еще раз до отъезда, я буду дома. Все-таки нужно время, чтобы все упаковать. Тогда до встречи.
Закрыто на 4 засова. Надо найти другой путь. Может, найдется открытое окно. Серебряный ламен. Не знаю такого сигиля. Похоже, им давно не пользовались. Малый ключ Гилиана Альбоко. Это о демонах. Страшно пыльное. Разбитое зеркало. Не похоже на случайность. Может, кто-то испугался того, что в нем увидел? Франко, это ты? Поставь ночной горшок где обычно. И забери поднос. Я сегодня есть не буду. Профессор Шезлок? Ты кто? Как ты сюда вошел? Убирайся! Я ничего не знаю и ничего не хочу знать. Слышишь? Не хочу! Я не причиню вам вреда. Это демон тебя сюда прислал. Уж я-то знаю. Что за демон? Не притворяйся, что не знаешь. Гюнтер Одим. Воплощение зла. Он не посылал меня. Но все же я здесь из-за него. Я ведьмак. Мутант? Да. Это возможно. Почему перед вашим домом стражники? Вы узник? Они называют это опекой? Хороша опека, которая не позволяет человеку распоряжаться своей судьбой. Чего они от вас хотят? Не знаю, слышал ли ты, но я настоящий знаток оккультизма. Собственно, лучший из всех живущих. Моим учителем был сам профессор Лионель Ван... Вы сотрудничаете с охотниками за колдуньями? Выбора они мне не предлагали.
Они прекрасно знают, что мне известно все о магии, ведьмах и чародейках. Они используют мои знания для своих целей, но у меня нет выхода. Я пришел сюда, потому что мне нужны сведения, которыми вы обладаете. Если ты ведьмак, мне нечего опасаться. Я ведь не чудовище эпохи постконъюнкции. Чего хотел от вас Ольгерд фон Эверик? Да будет проклят тот день, когда он ко мне пришел. Однажды он явился сюда и посулил мне мешок денег за то, чтобы я узнал, кто такой Гюнтер Одим и как от него избавиться. Я согласился. В конце концов, это моя специализация. Кроме того, мне нужны были деньги. Я изучил множество книг, исторических фактов, народных преданий. Я побывал даже в библиотеке Нильфгаарда и в конце концов напал на след этой темной сущности. Она известна 1000 лет в разных культурах и под разными именами, но везде это синоним воплощенного зла. У нас его называют Гюнтер Одим, а иногда Господин Зеркало. Я корпел над книгами столько, что потерял зрение. Я узнал, что он любит играть с людьми, а больше всего любит заключать договоры. С виду это невинные сделки, но они доводят людей до безумия. Почему ты здесь сидишь? Что значат эти руны? Они меня охраняют. Здесь зло меня не достанет. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Однажды он пришел ко мне. Удивительная это была встреча. Я слеп, но его видел отчетливо. Он улыбался. Сказал, что такой интерес к его персоне – честь для него, и что он решил выразить благодарность и проявить ответный интерес. Из чувства благодарности он и создал этот круг, сказав, что только здесь я буду в безопасности. А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять, что он имел в виду и что меня ждет за пределами круга. Что еще ты знаешь об этом человеке? Гюнтер Одим не человек! Это зло! Зло в самых разных обличиях! Не расспрашивай о нем, а то погибнешь. Но ведь ты жив. Все еще жив, но хотел бы навеки забыть о том, что узнал. Ольгерд подписал с ним договор? Ты угадал. Ты наверняка знаешь, что когда-то он был очень богатым и влиятельным человеком. Должен был быть, раз семья его невесты приняла его предложение. Но по воле злого случая он лишился богатства и стал изгоем. Семья Ирис этого не потерпела. Это состоятельный род, и отдавать дочь за кого попало они не хотели. Ольгерд хотел увести ее как можно дальше, но Ирис не захотела бросать семью. Патовая ситуация. К своему несчастью, от ведьмы-бродяги они узнали, что есть на свете некто, способный исполнить любые желания. Господин Зеркало. Ольгерд встретился с ним на перекрестке, один. Сказал, что хочет вернуть свое богатство и влияние. И Одим предложил ему договор. Ольгерд должен был пожертвовать кем-то, кого любит. Одим знал, что Ольгерд любит только двух человек на всем свете. Ирис, невесту, и брата, Витальда. Ольгерд согласился. Вскоре после этого вернул себе состояние и женился на Ирис. Ольгерд рассказал тебе все это? Ему пришлось, иначе как бы я мог заняться его случаем? Ты говоришь так, будто он был болен. Хуже. Болезни можно вылечить. А вот если ты играешь со злом, найти лекарство будет куда сложнее. Получается, Ольгерд убил родного брата? Ох, нет. Одим так не делает.
Достаточно было того, что Ольгерд подписал договор собственной кровью, а день спустя Витальд был убит. Так почему Ольгерд решил избавиться от Адима? Он получил, что хотел. Он заметил, что стал меняться. Его сердце стало холодным, как лед. Он отвернулся от своей жены, ради которой пожертвовал братом. Так он потерял все, что любил. Потому что Гюнтер Одим дает не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Вот что ждет людей, которые подписывают с ним договоры. Всех? Нет способа обыграть его? Убить его невозможно, но я узнал о человеке, которому удалось расторгнуть контракт. Его можно победить его же собственным оружием. То есть? Нужно бросить ему вызов. Если его это заинтересует, то можно с ним сыграть. Но помни, что ставка может быть только одна, ибо Одима интересуют только людские души. Одим оставил на моем лице знак. Как мне от него избавиться? Знак? Я думаю, он исчезнет, когда договор будет выполнен. Если бы я попробовал бросить ему вызов, сыграть с ним? Не могу сказать, у того, кто его обыграл, никаких знаков не было. Спасибо вам, вы мне очень помогли. Я рад. Приятно узнать, что после стольких лет, проведенных в заперти и в страхе, ты можешь еще на что-то сгодиться. Ах!